Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Когда этот лопоухий забавный мальчишка снялся в выпусках «Ералаша», а потом в культовом фильме «Сволочи», в популярных сериалах «Кадетство» и «Кремлевские курсанты», казалось, что Кириллу Емельянову обеспечено большое будущее в кино. Но жизнь актера сложилась совсем по-другому. Благодаря чувству юмора и характерной внешности Емельянова отбирали для съемок в «Ералаше» еще в раннем детстве. Он снялся в 4 выпусках. В 15 лет его пригласили в военную драму «Сволочи», где он сыграл юного рецидивиста. Несмотря на то, что зрители и критики оценили фильм неоднозначно, к игре молодых актеров претензий не было, справились все блестяще. Несмотря на то, что Емельянов частенько играл негодяев, у него появилась большая армия поклонниц. Долгое время он вел разгульный образ жизни, потом женился на коллеге по театру, актрисе Кате Директоренко. У них родилось 2 сына – Степан и Василий. Но в 2016 году супруги расстались. Внешне Кирилл сейчас очень изменился. Он уже пробовал себя в качестве телеведущего, а еще больше 10 лет играл на сцене столичного театра «Школа современной пьесы». Но в кино ему предлагают только эпизоды. Сериал «Кремлевские курсанты» большой популярностью не пользовался, а потом кинокарьера актера и вовсе пошла на спад. Часто его имя фигурирует в скандальных новостях. То сотрудников полиции оскорбил, то с бригадой медиков повздорил. Даже бывшей супруге пришлось выбивать от Емельянова алименты через суд. А свою личную жизнь он теперь пытается устроить на сайтах знакомств. А вы помните замечательный сериал «Кадетство» и фильм «Сволочи»? Если вам они нравились, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!